прошлом году в Новоспасском районе был воплощен в жизнь проект Садовского сельского поселения по программе поддержки местных инициатив. За счет средств областного и местного бюджетов на сумму более 1 миллиона рублей преобразилось здание культурно-досугового центра. Жители не пожалели своих денег и собрали 51 тысячу рублей на благоустройство клуба. Сказать огромное спасибо всему селу Садовое за их оказанную помощь. Ходили по дворам, никто нам не отказывал, как бы отнеслись, конечно, хорошо и пожелали, конечно, нашему клубу процветания. В нашем клубе уютно, тепло, и в программе, конечно, как сказать, в этом году мы сделали ремонт снаружи, как и хотели, как бы преобразился наш клуб внутри, а вот по местным инициативам мы сделали крышу, фасад и крыльцо. Местные танцевальные, хоровые и спортивные кружки посещают почти 100 человек. В большинстве своем это молодежь. А на разные праздники в клубе собирается практически все село. Это тысячи человек. Новый год, Международный женский день, национальные праздники и даже дни рождения отмечают шумно и весело. А библиотечный фонд пользуется большим спросом в любое время. Сегодня приходить в обновленный клуб нравится абсолютно всем. Объясняли людям, рассказывали, в чем заключается наша инициатива, то есть как будет выглядеть клуб после ремонта. Люди отзывались на нашу инициативу. Мы собрали денежные средства, внесли их в бюджет поселения, и началась работа. Результатом довольна? Результатом, да, довольна. Напомним, проект поддержки местных инициатив реализуется в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2015 года. За 4 года по результатам проведенных конкурсов воплотились в жизнь более 250 инициатив на общую сумму свыше 345 миллионов рублей. Жители чаще всего отдали свое предпочтение ремонту сельских домов культуры. На втором месте – благоустройство парков, спортивных площадок, реконструкция памятников. На третьем – ремонт водопроводов. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.